Начали робко. Первый период играли скованно. Но потом тренера нам сказали, то, что нужно раскрепоститься, играть в свою игру. Потихонечку начали управлять и в итоге выиграли. Учитывая результат игры в Екатеринбурге, был сегодня какой-нибудь такой особенный эмоциональный настрой на эту игру? Безусловно, мотивация была. Нужно было выигрывать, потому что там нам, нас ударили по носу и хотелось, конечно, реванш игра в меньшинстве, твой пас непосредственно привел к голову Алексея Бывальцева. Успех такой игры – это какой? Холодная голова? Я думаю, то, что соперник недооценил нас, во-первых. Плюс мы хорошо сыграли в обороне, и Лех хорошо открылся.